Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я предлагаю вашему вниманию книгу Татьяны Алюшиной «Руки моей не отпускай». Я вам прочту отрывок из этого произведения. Все начиналось во время Бурана. Ася ехала на машине в Москву к заболевшему мужу и попала в эпицентр стихии. Выходной один, переждать в ближайшем поселке. И вот по пути к нему Ася находит застрявший в сугробе джип, а в нем мужчина на грани жизни и смерти. Что делать? Спасать. Конечно, спасать. Все равно скорая приехать не может. И начинается борьба со смертью, долгая и напряженная. Близкие пострадавшего, которым Ася таки удалось его доставить, будут очень удивлены, узнав, кто на самом деле эта незнакомка-спасительница. Приглашаем вас посетить нашу библиотеку и прочесть книгу Татьяны Алюшиной. Спасибо за внимание. До новых встреч!